Всем привет, это Олег, город Севастополь. Помните, мы с вами ездили на север Крыма, показывали приграничные города. Ну, собственно говоря, я даже не показал вам ни разу Качу. Недавно показал видео, как в центре что-то делалось. Но вообще, чтобы видели, что и, в принципе, в таких городах, как небольших, как Качи, население здесь всего лишь 3500 человек, ведутся какие-либо работы. Даже, вот смотрите, за мной фасад дома, то есть уже, ну, как бы не в сравнение идет с там, допустим, что мы видели в Красноперекопске. Видно, что фасады, ну, не так давно делали, так скажем. Не так давно делали. Проступили уже где-то там все-таки, но тем не менее, год-полтора, как фасады, в принципе, здесь ремонтировались. Видно, что здесь все-таки руки к ним прикладываются. Самое главное, смотрите, мы едем по дороге. Дорога эта ведет в воинскую часть с города Качи, города Качи аэродром, откуда ребята в Сирию стартуют. Наши зачастую как-то показывали, мы были на территории, день открытых дверей был. Посмотрите, какая широкая, классная дорога. Приятно ехать. Дома более-менее свежие, фасады по-человечески сделал. Самое главное нас ожидает впереди. Это мы проехали спальный район такой небольшой Качи. Вот у нас начинается центр. Здесь более туристическая часть. В прошлом коротеньком видео я показывал, что здесь происходит. Ну, ребят, просто прошла неделя, оказывается, все гораздо серьезней. Вы посмотрите, сколько здесь муравьев трудится, ребят. Везде вот плиточка кладется замечательная. Вот справа вот выкладывается, просто асфальт. Слева плиточка. Снесли здесь оградка была, ограды нету нифига. Слева, ребят, у нас начинается территория школы. Смотрите, что там происходит. Был здесь капитальный забор. Вот его что-то с ним делают. Сносят, не сносят, я не знаю. То есть тоже вот работы ведутся какие-то. Направо у нас вот здесь, город кто знает, кто бывал в Каче. У нас там банк, стоматология, магазины. Там внутри тоже все сделали. Там так было все убого. Все сделано хорошо. А что-то творится на автостанции. Показывал, что дорога там не очень. Вот тоже вот здесь вот сделали бордюр. Плиточкой выкладывается. Вот это место я вам как раз показывал в прошлый раз. Просто чтобы понимали, как это все глобально. Направо у нас центральная площадь, администрация. Там ровненько все сделано, прям по-человечески. Давайте теперь доедем прям до моря. Те, кто в Качи не был давненько, сделаю небольшую экскурсию. Вывезу вас на берег моря. Смотрите, уже отцвела у нас сливы, отцвели абрикосы. Так еще где-то слива, в принципе, понемножечку цветет, но абрикосы, персики уже все. Надеюсь, не побило морозом абрикосы в этом году и возможно, будут. Посмотрите, дорога отменная. Она вот и дальше идет отменная и хорошая на самом деле. Давайте сейчас к морю сгоняем. Кто особенно это сейчас где-то ребята с севера смотрят в холодную северную погоду. Я уже, между прочим, в летней рубашечке. Но мы едем не самое популярное место, так что уж на дорогу не обессудьте. Здесь пляжа нет, здесь у нас гоняют на парапланах пацаны. Он, кстати, один разложен, есть возможность стартовать будет. Сейчас, кстати, и глянем. Настя может даже успеет снять его старт. Не знаю, сколько стоит, но одно время что-то как-то загнули бешено. Народ перестал кататься, потому что кости там упало прям буквально что-то там. Порядок 300-400 рублей, что-то такое. В тысячах рублей. Как-то принаглевшие были. Ну,
Давай я поснимаю. Так, чтобы одним кадром было. Не буду прерываться. Тут небольшой есть спуск. Но пляж такой каменистый. Песчаная — это Орловка, Немка. Он красавец, Севастополь вдалеке. Немецкая балка вот дальше. Ну вот, ребят, краткий экскурс по Качи. Вам, как у нас все там становится хорошо и круто. Вот. Ладно, всем покедова.